находимся в Казахстане, в городе Алмата, где проходят съемки клипа «Эдварду» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Бакуменко. Сегодня первый съемочный день. Он проходит в павильоне, где мы выстроили декорации в виде шатра. Здесь наши главные герои романтично проводят время. Успокой мою любовь. Второй съемочный день. Начинаем. Вот так, друзья. Время 11:30. Мы приехали сюда в 7 утра. И до сих пор ждем горку. Решили спуститься внутрь каньона. Там, говорят, ветра нет. Может быть, там что-то интересное найдется. Но в целом, конечно, условия такие непредсказуемые. Погода... решила нас не баловать своим солнцем, а решила удивить снегом и сильным ветром. Поэтому мы ждем. У нас есть день впереди. Надеемся, что все получится и снимем хорошие кадры здесь, потому что место потрясает. Память лаской обескровь. Сделай правдою неправду. У нас сегодня очень продуктивный день, мы переживали за погоду, но все получилось с Божьей помощью, так что все будет хорошо. Второй день съемок закончен, всем спасибо! В моих глазах любви слезы льются, как молитва. Вот так вот, отлично. Вот, шикарно. Отлёт. И назад, да. Падай. Отлично. Падай. Дальше. Давай то, что сделаем просто. Его сделал сверху. Вряд ли кто-то может повторить. Я взбирался на бархан. Как смог подняться до верхушки Эдвард, я не представляю. Думаю, можно себе представить, когда он спустится и передаст все свои эмоции. Ставки кто-нибудь делал, дойду я или нет? Я сказал, дойду только ради того, чтобы Рустам убраться. И всей команды. Ради этого я жил. Это было мое место, это было главное движущее. Вновь сошок, любовь умела. Слезы льются, как молитва. О, все, время, солнце зашло. Поздравляю, ребята, отличная работа. И съемки закончены наши, наконец-то мы сняли. Ждите. А ткань где? Ну что, дорогие друзья, только что мы завершили третий съемочный день клипа, съемок клипа на песню «Как молитва» на стихи Михаила Гуцериева и композитора Сергея Бакуменко. Мне было очень комфортно, несмотря на физические какие-то трудности, когда нас вчера немножко погода подвела. Но мы со всем этим справились. И едем домой с чистой совестью. И ждем ваших оценок.